Дорогие друзья, возлюбленные, это наш эфир с Иерусалима, открытая линия в эфире. Вы можете нам написать, сделать репост нашего эфира, если вы смотрите в интернете. Если не в интернете, то войдите в интернет и сделайте репост, если вам не сложно. Сегодняшний эфир называется «Подчинение любви». Мы будем говорить о взаимоотношениях с детьми, как их воспитывать, как правильно воспитывать. Может быть, нам расскажут, как и неправильно воспитывали своих детей наши гости, и мы почерпнем мудрость из их рассказов, и, возможно, они дадут рекомендацию нам, как нам с вами сегодня воспитывать или строить наши взаимоотношения с нашими подростками, со всеми детьми или взрослыми уже выросшими детьми. Может быть, вам будет полезно послушать и полезно тем, у кого сегодня какие-то вот неурядицы во взаимоотношениях. Поделитесь этим эфиром с вашими братьями, сестрами, родственниками, кого это касается. Я сразу задам вопрос для телезрителей, который мы будем рассматривать в процессе и в конце, особенно в третьей части нашего эфира. С какими неразрешимыми конфликтами с детьми вы сталкивались? Вот вы можете перечислить, а может быть, вы еще напишите, как вы решили эти конфликты, потому что конфликтов-то полно, но как вот мы выходим из этих конфликтов, это уже другой вопрос. Со мной в студии пастор из Ришон Лициона Авель Станкевич. Вы знаете, его видели неоднократно, и сегодня он тоже, вы его будете видеть дальше. И Ирина Галь также с нами для того, чтобы поделиться. Она в этой сфере эксперт и консультирует людей, помимо этого, во многих других сферах, но также в воспитании детей. И помимо всего, у нее есть свой личный опыт тоже воспитания детей. Она сегодня с нами поделится. Я надеюсь, да. Итак, дорогие, давайте начнем с молитвы. У меня есть ряд вопросов, которые мы с вами должны разобрать в эфире. Я вижу Александра, которая просит молиться за маму Аллу. После ковида стали выпадать волосы. Вот такая ситуация. Помолитесь за ее восстановление после болезни. Мы помолимся и за Аллу, и за остальных, кто борется с этой болезнью, и кто... чтобы вы восстановились как можно скорее. Зинаида из России просит молиться за исцеление всего организма, за покой в моей жизни, защиту на сыне, славе, за отдельное жилье, за спасение, освобождение сына Вячеслава от алкоголизма, блуда, чтобы прекратил, в общем, блудить и чтобы поехал в центр реабилитации. Мы помолимся. Помолимся за вас. Марина просит молиться за исцеление Ксении. Марлена просит молиться за исцеление свекрови. Антарам ее зовут. Мы помолимся. Яков из Казахстана просит молиться за родных, за спасение родных. Помолимся. Алия просит за духовное исцеление, за сыновей Богдана и Давида. Татьяна за здоровье Татьяны, Стефании, Анны, Татьяна за исцеление Андрея, Александры, Дарьи, Татьяны, Натальи, Ольга за исцеление от судорог, Элеонора за мужа, за нее, за мужа, за духовное состояние. Мария из России просит молиться за дочь Лену, чтобы киста исчезла. Уже 3 года не можем избавиться, будет операция. Галина просит молиться о племяннике Миши, о его исцелении. Ну, в основном исцеление. Жанна за исцеление, Татьяна за исцеление мамы, Роза за сестру, за успех, за Тому. Наталья из Узбекистана просит молиться за создание семьи, перечень, тут идет перечень. Молимся за вас, дорогие, молимся за вас, Отец Небесный, поднимаем перед Тобой всех этих людей, других также, которые будут поступать к нам и которые будут присылать и уже присылают нам молитвенные нужды. Мы в согласии просим Тебя, Господь, снизойди каждому из этих людей, Господь, исцели их, Господь, просто будь с ними в этих скорбях и исцели, Господи, приди каждому, Господи, коснись. Устрани это заболевание, восстанови против ковида. Мы молим Тебя за всех ковидных больных и тех, кто сражается от последствий. Мы молим Тебя, устрани все эти последствия и восстанови
полностью. Мы в согласии здесь, в Иерусалиме, в этой студии молимся и просим Тебя, сойди, Господь, на каждого и исцели своей силой, своим помазанием, Господь. Отстрани и убери все эти страдания во имя Господа Иисуса Христа. Полагаемся на Твою любовь, полагаемся на Тебя, Господь, и мы молим Тебя, благослови этот эфир, дай мудрости нам здесь в студии, и также всем, кто с нами будут участниками этого эфира, мы молим Тебя, чтобы Твоя благодать, Твоя сила и Твоя мудрость пришла для каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь и аминь. Благодарим Тебя, Господь. Итак, мы говорим о подчинении любви, мы говорим о любви, о проявлении любви, мы говорим о крайностях, по крайней мере, посмотрим, о чем мы будем говорить, но тем не менее, сегодня вот я задаю такое направление. Еще раз повторяю вам, дорогие телезрители, с какими неразрешимыми конфликтами с детьми вы сталкивались и как вы их решали? Я так добавляю. Наш первый вопрос звучит так. Какие принципы Божьей любви применимы в воспитании детей? Воспитание детей, какие принципы Божьей любви применимы? Ну, как вам направить? Вот как понятно, что это очень обширный такой вопрос. Вот давайте подумаем, что для вас вот воспитание, что любовь Божья. Да? Вот у людей-то по-разному, даже сегодня в церкви, вот у людей спросишь, как они себе понимают любовь. Одни говорят, Бог не может наказывать, Он даже не наказывает. Ну, то есть Он не наказывает, Он просто любит нас. Он просто от Его любви, от познания Его любви мы меняемся. Мы понимаем, насколько Он любит нас, каемся, благость Божия ведет нас к покаянию, и мы вот так обращаемся. Да? Другие говорят, нет, все-таки есть какие-то границы, и Бог все-таки где-то может нас под затыльник какой-то дать, чтобы мы типа так типа понимали, где края, где берега. Да? Как вы считаете, как вы думаете, на что нужно обратить внимание, как детей наших воспитывать? Они же не взрослые люди, они же совсем дети. Да? Мы как бы в некоторых случаях ты не можешь с ними как-то договориться. Ты должен сказать а-та-та, на-на, туда не ходи, туда руки не суй, не делай и все остальное. И ты хотя говоришь очень серьезно, чтобы они понимали, где проходит граница, да? Но при этом всем, как бы это же вроде не любовь. Ну, то есть, с одной стороны, это любовь, то, что ты понимаешь, чем может закончиться. И ты их одергиваешь, а бывает даже очень резко одергиваешь, когда ты спасаешь их. Да, и это выглядит очень так неполюбовно. Не так, не politely, так, знаете, как нет выбора. Невежливо. Потому что родители слишком переживают за какие-то определенные вещи. Вот где эта граница и где эта вот линия проходит, чтобы понять, как воспитывать детей, и где эта любовь, а где не любовь? Или сегодня он обижается на вас, а завтра поймет? Давайте, Авель, начнем с вас. Ну, давайте. Да. Всем добрый вечер. На самом деле, очень тяжело на эту тему разговаривать по одной простой причине. Нету, как бы есть наука разная, там педагогика, возрастная психология и так далее, но нету профессиональных родителей. Нету. Есть все родители-любители. И понять, на самом деле, что нужно делать, это только из личного опыта. Потому что, как говорят, ну, все дети одинаковые. Нет, они проходят одинаковые этапы в жизни, но они все разные. Это личности. Тем более, поколение Z, о котором мы говорим сегодня, как о подростках, это личности, которые вообще даже у нас в голове, вот я не отношу себя к совсем старым людям, как бы, да, но в нашей голове немножко не укладывается их поведение, их образ мысли, их образ жизни. Вот это вот, знаете, как у классиков, и жить торопится, и чувствовать спешит, им всем надо быстро попробовать, потому что жизнь завтра может кончиться вдруг неожиданно. И они подвержены всем вот этим вот воздействиям окружающей среды. Медиа, интернет, мобильные телефоны, компьютеры, у них отовсюду огромный поток информации, он разный. И иногда просыпаешься утром, встречаешь уже совсем другого человека. То есть вчера расстался с одним, утром проснулся уже другой. Во-первых, ну и у них там авторитеты тоже свои. Да, и авторитеты свои появляются. Совершенно верно. И вот как бы нету здесь такого определенного принципа Божьей любви, который мог бы быть универсальным. Кроме одного, наверное. Да, Бог говорит в Новом Завете, кстати, кого люблю, того наказываю. И вопрос, что такое наказание? Наказание, оно физическое, я вообще категорически против физического наказания, то есть, может быть, там некоторые сейчас скажут, что это против Библии, там и так далее, но я категорически, я не считаю, что я не имею права применять физическую силу против ребенка, только потому что я сильнее его. Но настанет момент, когда он будет сильнее меня,
И это может вернуться обратно, потому что он может войти в какое-то состояние, когда он себя плохо контролирует, а у подростков из-за гормональных всяких там... То есть ты боишься, что он тебя побьет? Не, меня не побьет, до меня не дотянется, как, но, хотя тоже вряд ли. Нет, на самом деле у нас совершенно другие отношения. Но я вообще, в принципе, категорически физического воздействия. Что я, да, из опыта, опять же, исключительно из опыта, это мой опыт, возможно, кому-то поможет, ну, некоторым помог. Нужно поставить четкие границы, чего делать нельзя. Объяснить, почему я не хочу, чтобы он это делал, потому что в любом случае мы знаем, почему это плохо. Проблема в том, что мы пытаемся с детьми разговаривать так, как будто бы они с нами имеют одинаковый опыт. А мы-то детьми были, а они-то взрослыми еще нет. Это мы понимаем, что хорошо, что плохо, а они-то нет. Поэтому нужно объяснить, что нельзя, почему этого нельзя, и какие у меня есть средства контроля над этим, над всем. Угу. И если как бы все равно проколы будут, они все равно будут пытаться, а вдруг, как это в мире угадает, а вдруг прокатит, а вдруг получится. Бывает по-всякому, но, по крайней мере, когда оно получится, и он пожнет вот этот вот недобрый плод от своих действий, по крайней мере, я могу им сказать, ну, я же тебя предупреждал. Ну, это самое страшное, да. Да, но... Поэтому они к родителям не идут за советом, потому что, особенно когда споткнутся, они говорят, ну, нам не хочется услышать в ответ, ну, я же тебе говорил. Ну, не факт, нет, я не говорю с точки зрения, я же тебе говорил, чтобы оказаться прав. Нет, я говорю, может быть, ты меня в следующий раз послушаешь, то, что да, тебе... Да, может быть. Или да, или нет. С другой стороны, мы должны дать им право ошибаться, потому что у всех как бы есть свой путь, каждый должен пройти путь ошибок, нет определенного какого-то принципа, ну, да. Я так считаю, возможно, я ошибаюсь, меня всего четверо, как бы, но, возможно, я ошибаюсь. А так-то можно, конечно, поискать что-то универсальное. Есть, конечно, люди, которые воспитывают по каким-то книгам, там, по каким-то конспектам и так далее, но если человек, будем так говорить, не пройдет этот переходный период, он его начнет проходить, когда он будет взрослый, это уже хуже. Когда уже мы не имеем на них такого воздействия. Большая часть так и проходит, да. А, Ирина, что вы скажете, как вы отреагируете на комментарий Виэля? И хорошо, что ты добавите? Или наоборот скажете, надо хлестать этих детей? Нет, хлестать я тоже противница. Против. Дело в том, что когда мы пришли к Богу, я пришла к Богу, это было, наверное, 89-й, может быть, год. И тогда только вот это пробуждение началось, и была тогда теория, было такое учение было, что надо наказывать детей розгами. Вот прям точно, ну, ну, я читал все книги тогда, которые были переведены на русский язык, они все говорили о том, что надо. Что касается наказания, да, и в общинах проповедовалось очень активно о том, что нужно наказывать обязательно розгами и так далее. И муж никогда не делал этого. Я один раз, старшей дочери, один раз ей сказала, да, что давай, я тебе сейчас ремнем, ну, накажу пару раз стукну. По попе? Да, потому что вот ты сама понимаешь, вот ты никак по-другому не слушаешься. Сколько ей было лет? Ей, наверное, было лет 10, я думаю. И я до сих пор об этом сожалею, до сих пор у меня, ну, я бы не сказала, такая прям кровоточащая рана. А она помнила об этом? Она до сих пор это помнит. Она меня очень любит. В 9 еще человек помнит. Она меня очень любит, и она не, нет такого, что она мне не простила. Нет, нет, нет. Но она помнит, как она, какое она испытывала переживание, и что не понимает. То есть, и я вот тогда я осознала, что уже тогда я осознала, что это не выход из положения, потому что писалось то, что, во-первых, сына, да, даже сына. Это было совершенно другое время, это были совершенно другие нравы, и отношение к физическим вещам были совершенно другие в мышлении. То есть, так... Нельзя было отобрать айфон у человека и сказать, что ты наказан. Нужно да, то есть способы. И потом тогда, прибить. В то время, вообще, в принципе, физически вот эти вот схватить за руку, это было как бы, ну, это в культуре было совершенно другое переживание физических вещей, физического границы личности, например. Вот сейчас, например, да, вот стоишь ты в магазине, скажем, подойдешь поближе, тебе запросто могут сказать, женщина, вы можете там чуть-чуть подальше, что вы так... То есть у всех своя граница, да, у всех, то есть все по-другому. Но я... Я хочу задать следующий вопрос, потому что ты как раз подвела к этому вопросу, и как раз вот Ирина продолжит. Как понять место Писания, притчи 13:25? Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Вот только что ты сказала о том, что да. Это как бы устарелое понятие. Как да, понять? Вот как ты понимаешь это место Писания, как вот его можно применить к современным реалиям? Что касается любви, да? Написано, кто любит, тот наказывает его. Да?
Вот вы знаете, все мы любим своих детей. Но вот тут речь идет совершенно даже о другой любви. Вот чтобы ребенка своего наказать в совершенной любви, да, не раздражаясь, не злясь, не... это действительно нужно, ну, эта любовь, она как бы, ну, самого Господа, скажем. Понимаете, вот, например, даже я, когда пыталась один единственный раз наказать свою дочь, да, вот, я, во-первых, я, у меня, я не знаю, была уверена, не уверена, у меня в какой-то степени было какое раздражение, потом я хотела сделать, как нас учат, я даже не могу назвать в этот момент, что я испытывала, ну, как бы, что я чувствовала к дочери, понимаешь? То есть, во всяком случае, если бы я тогда посмотрела и увидела в ней личность, которая стоит передо мной, я все время, до сих пор у меня это, может быть, я это драматизирую, но до сих пор, когда она мне как-то, ну, несколько лет назад сказала об этом, что она помнит, что-то мы разговаривали, да, я до сих пор помню ее глаза, что она стояла передо мной, потому что это вот то, что сказала Вере, это ребенок, который не может противиться, мы используем свою власть, понимаете? То есть да, мы должны использовать свою власть, но не до такой степени, когда ребенок явно в страхе, явно боится, явно иногда унижен этим. Понимаешь, это вот то, что касается физического наказания. Я считаю, что наказание, оно может быть, оно должно быть, но оно изначально должно быть обговорено. То есть вот как границы. То есть в доме должен быть закон написан. То есть это да? Не истерика, не срыв это, просто. Истерика-срыв это вообще. А заранее считаю, проведенная граница. Даже наказание ремнем. Ведь ты же вот ты что-то ребенок сделал, ты вдруг говоришь, давай я тебя сейчас накажу ремнем. Нет, ты не говоришь, ты просто наказываешь. Ну я вот предупреждала тебя свою, да? Но даже просто. Просто следующий раз он уже туда не подходит. Но страх появляется у человека, когда его могут наказать ремнем. Любое наказание, как у нас суд работает? Вот ты идешь в магазин, например. Ты же боишься суда. Да, но ты же знаешь, что воровать. Нельзя, тебе заранее сказали. Ты можешь прочитать, вот открыть кодекс и прочитать за то, что ты своруешь, тебе то-то сделал. То-то. Ну и что, дети никто не ворует? Дети должны знать. Воруют. Я не об этом. Есть последствия. Я говорю так о том... лучше пролинеть, я просто оппонент. Лучше пролинеть дома эту границу, чтобы потом его не посадили в тюрьму. Да, ее надо заранее провести. Да, ей надо да. Заранее детям обговорить, что вот за это будет это. У нас такая граница. Нельзя просто брать ремень и вообще нельзя просто спонтанно наказывать. Давайте разберемся. Да. Нельзя брать ремень вообще или надо заранее обусловить? Нельзя брать ремень вообще, а наказание должно быть обговорено заранее. Друзья, вот что вы думаете? У нас здесь представители израильского сообщества, которые реагируют на законы нашего государства, в котором порицается наказание детей любого возраста. А где сейчас можно? В любом государстве порицается? Да нет. В России, в Украине можно сколько хочешь. Да, ну я не думаю, да? И законом тоже в Узбекистане нельзя. Тоже, наверное, да? Да не знаю, я там четверть века там не был. В общем, друзья, может вы как-то отреагируете, тоже скажете, потому что это большая дилемма. Сегодня, конечно, много психологов, которые пишут, не надо. Это слишком просто брать и наказывать ремнем, ничего не объяснять там и все остальное. Но в большей части люди, которые говорили, как наказывать, они говорили о том, что должна быть граница заранее обговоренная. Жень, ну и нет, тогда тебе не нужно будет его все время наказывать. Ты один раз это сделал, второй раз ты говоришь, ну, не надо таким же тоном. Да, и он уже туда не подходит. Да. Можно я вмешаюсь, товарищ Евгений? Пожалуйста. Тут написано, для чего эта притча была написана. Давай. Притча, правильно, тут написано, что послушает мудрый. Ну, притчу я имею в виду. Да? Это же прямо начинается с этого. Прямо сразу Соломон предупредил, для чего он эти притчи говорит. Uh-huh. И умный умножит познание, правильно? И разумный найдет мудрые советы. Uh-huh. То есть, чтобы разуметь притчу, замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. То есть, не все, очевидно, нужно понимать буквально. Ну, это вы так говорите. Я так понимаю, да. Я просто читаю текст. Да-да, но, понимаешь, я куда это веду? К тому, что вот... Ирина, возможно, вернется к этим мыслям. Да, но, говорил. Да, я предполагаю. Но вот этот момент, Библия говорит о том, что, помните, в 12 главе Евреям написано, что родители нас наказывали для немногих дней, и мы боялись, то коль ми паче Бог в этом случае, да, написано, что Бог намного больше, Он для жизни вечной. Угу. А там недвусмысленно написано, что Он наказывает. Недвусмысленно. И употребляется тоже местописание, по-моему, то же самое. Местописание употребляется, видно, кого он любит, того наказывает. То есть любовь Божья проявляется и в том, что ты терпишь наказание. Если ты не терпишь наказание, если ты не терпишь наказание, тогда написано, ты не сын, ты незаконнорожденный, потому что незаконнорожденных отцы не занимаются этим воспитанием и ничем. Мы путаем, смотри, вот знаешь, объясните, вот сейчас да, очень мне. Многие верующие,
говорят, вот он заболел, Бог его наказал. Нет. Вот все, за что наказывает Бог, написано в Писании. Окей. Расскажите понимаешь? Мне, за вот, что например, наказывает Бог и вот как написано, это происходит? Да, предположим, вот этого делать нельзя. Ну, предположим, да, этого делать нельзя. Вот такие-то лихаимцы Царство Божие не наследуют, предположим. Да? Значит, если ты ведешь себя таким образом, ты знать будешь, что тебе наказание, угу. Царство Божье, ты не наследуешь. Да. Или, это уже там, да? Или, например, написано, предположим, вот за что, вот это делать нельзя, ну, неважно что, да? И ты знаешь, что тут Господь провел границу, и когда ты это делаешь, ты уже понимаешь, что ты можешь словить наказание, скажем, да? Какое наказание? Да. Какое наказание? Какое наказание? Какое наказание? Заболел человек. А вот я думаю, что там нет. На самом деле все нет? Гораздо проще. Расскажите, У меня такое вот мнение по этому поводу. Мы как раз об этом недавно говорили на одном из служений. Бог не наказывает, давай я тебя побью, давай я тебе там сейчас закрою где-нибудь, айфон отберу, интернет отключу. Бог так не наказывает. У него наказание есть, у него только два вида, которые я, по крайней мере, видел в Библии. Первый вид – Царство Божьего не наследуешь, это приговор. Да. А второй вид наказания – я уберу руку свою от тебя, do it yourself, делай это сам. Но я не согласен. Вот из тех мест Писаний, только что я прочел, ну не прочел, а процитировал в Евреях, там написано, что это какая-то системная... исправление, которое он почему? Тебе... Потому что человек привык делать все по благости, по благодати, даже той благодати, которая еще была до Иисуса Христа. Когда приходит понимание того, что вот этот страховой пояс, 90-й псалом, на нас больше не действует, то есть мы выходим из-под тени крыл Божьих, и дальше мир будет с нами делать все, что хочет, это одно из наказаний. Не, ну это вы так называете. Я понимаю, что вы так называете как бы то, что человек страдает от последствий, от своей жизни. Да, я провожу параллель это, с блудным сыном. Это типа не Бог его, не Бог. Не Бог. Но мы же просто терминологию меняем. В целом-то это так и получается. Блудный Бог провел границу и сказал, вот за туда зайдешь, дальше будешь расплачиваться сам. Но смотри, вот болото. Да, все равно это наказание Господне или нет? Что значит, а подожди, а как, если человек взял и сделал туда зашел, что ему делать-то? Спасать? То есть он провел, вот идет дорога, да, и поставили на указатель. То есть вы считаете наказание Господне, это что человек не входит в врата небесные, вот это наказание? Пример. А так в жизни наказаний никаких не существует? Он сам себя наказывает, если он сеет грех, он пожинает то, что вырастает. Простой пример. Ты говоришь своему ребенку не... Я не согласен, друзья, я не согласен. Не воруй. Ты говоришь, вы ребенку... можете согласиться, я ж... Можно как? Я вот поясню? Да. Мне пока не ясно. Ты говоришь своему ребенку не воруй, к примеру, да? Он говорит, хорошо, не буду воровать. Да. Тебе звонят из полиции, ваш ребенок арестован и говорит, что придите, заберите его, тут ему открыли уголовное дело. Угу. Какое будет в этот момент наказание для этого ребенка? Будем ли мы его наказывать за это? Я вот, например, поступил бы следующим образом. Я его просто забрал, посмотрел на него грозным образом, молча доехал бы домой и сказал, завтра поговорим. Скорее всего. Пускай он это обдумывает, уж его уже наказали. Нет, у него уже скорее есть уголовное всего, дело, скорее у него всего, уже есть проблемы, друзья, у него есть позор и так далее. Друзья, скорее всего, у нас 3 минуты остается, но я вам прочитаю это местописание, может вы мне что-нибудь ответите. Посмотрите, написано. Если бы 1 Коринфянам, 11 глава, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. А до этого написано, что они болели и немало умирали. По контексту-то видно, что они... И мы болеем, немало умираем. Да, но написано, почему? Наказываемся от Бога. Или нет? От Бога. Это Бог наказывает или нет? Нет. Смотри, от Бога. Нет, смотри, я понимаю. Ну вот смотри. Смотри, что здесь написано. Но ты вот так читаешь, да, что Бог теперь сошел, как бы взял и их наказал болезнью. Я не читаю. Не, я не настаиваю. Мне самому приятно быть ненаказываемым. Нет, ты мне самому приятно, чтобы Бог любил, и Он любит, и все остальное. Но тут написано, что все-таки мы наказываемся от Бога, то есть Бог допускает, чтобы мы болели. Он убирает свою руку, вот то, что сказал Авель. Он убирает руку свою. Да, но найдите мне это местописание, что он убирает руку. Вы знаете, как будет легко переводить? Ну посмотрите, я руководствуюсь Писанием, я же не то, что... Это Новый Завет, это слова Павла. Да, понимаете, да? Но потом, если я не хочу настаивать, я понимаю, Бог любящий, Бог... Но мы перейдем... Понимаете, мне надоело, что это все передергивается. Любящий. И вот тут написано, ну посмотрите.
Те наказывали нас по своему произволу. Это значит, что родители необъективны. И бывает, наказывают не по существу, а бывает по существу, потому что сильно переживают. А сеять для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. То есть святость подожди, Его... А как ты думаешь, Бог наказывает? Я уже примерно пытаюсь вам описать. Как? Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, то есть да. Мы печалимся. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Так укрепите опустившиеся руки. То есть я понимаю, что Бог не наказывает, так как человек. И понятно, что Он очень милостивый. И как Давид говорит, люди добрые, там, и Богу обращается, говорит, Бог, наказывай меня ты, не вверяй меня в руки людей, потому что люди всегда намного жестче, намного они справляют на тебе все там, да, и поэтому тут понятно, есть разница. Очевидно, что Бог намного милостивый, чем человек. Иначе мы даже здесь не сидели с вами. Да, но опять же, вот когда ты говоришь, Бог наказывает, написано в Писании, Бог наказывает. Я же цитирую Писание, а не то, что придумываю. Как вот ты думаешь, Бог наказывает? Как вот, если процитировать Писание? Каким образом? Бьет всякого сына, которого принимает. Ну как бьет? Вот как вот он тебя вот... вот меня вот, бьет. Меня он бил. Так, что я запомнил. Так что я запомнил и сказал теперь, если у меня есть искушение, какие-то люди мне рассказывают, вот давай пойдем сюда, я говорю, нет, я там уже был, и меня Бог очень четко наказал. Я после этого переходил в покаяние, извинялся перед людьми, и это и есть наказание. Когда внутри меня, я вспоминаю, и мне больно, у нас заканчивается, уже закончилась... Первая часть, друзья, спасибо, что вы вовлечены в нашу беседу. Помогите мне против людей, которые, видите, противятся мне. Я, конечно, шучу, но тем не менее, прокомментируйте то, что происходит. Я напоминаю вам этот вопрос, какими неразрешимыми конфликтами с детьми вы сталкивались, прокомментируйте. И во второй части мы продолжим отвечать на вопросы, и дальше будем говорить о том, как не позволить детям манипулировать собой. Поэтому будьте с нами. Прислушайся. Бог говорит к тебе прямо сейчас. Ты – мое любимое дитя. Я искупил тебя, потому что ты – драгоценность в моих глазах. Ты исцелен моими ранами. Команда ТБН готовится к событию, которое изменит твою жизнь. Марафон исцеления – это твой шанс получить сверхъестественное чудо. Специально для тебя мы приготовили особый подарок – молитвенный платок помазания. Во времена служения Павла люди видели невероятные чудеса, явленные по вере и молитве. Апостол был настолько наполнен Духом Божьим, что даже одежда, которую он носил, была пропитана помазанием. На больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни. И злые духи выходили из них. Мы верим, что это обетование, данное в Священном Писании, действенно и сегодня. Наши служители, левиты и пасторы, будут горячо ходатайствовать, чтобы присутствие Господне наполнило молитвенные платки помазания особенным благословением. Пусть твоя вера будет твердой, а этот платок станет мощным подкреплением для тебя в молитве. Получить молитвенный платок с особым благословением сможет каждый, отправивший посильное пожертвование от 100 рублей, которые нужны на покрытие расходов. Господь желает прикоснуться к тебе. Прими силу Отца для восполнения твоих молитвенных нужд. Современная Россия насчитывает почти 200 различных народностей. Из них 47 – это малые народы. Среди них есть и те, чья численность составляет единицы. Живя зачастую в суровых краях, где зима длится почти круглый год, а единственная связь с внешним миром осуществляется только через спутник, эти люди оказываются отрезанными от внешнего мира. Ощущая обособленность, а порой и одиночество, многие из них теряют интерес к жизни.
почти все они никогда не слышали об Иисусе. Телеканал ТБН видит частью своей миссии достижение Евангелия малых народов России, помогая им обрести спасение. Мы продолжаем активную работу по установке тарелок в поселениях и регионах, где это возможно, чтобы люди могли смотреть телеканал ТБН и получать духовное назидание и ободрение. Каждая спутниковая тарелка – это шанс на новую жизнь. Сделай свой посильный вклад в распространение Евангелия среди малых народов вместе с нами. Нам нужна твоя помощь. Свяжись с нами сейчас и узнай, как сделать пожертвование. Мы горячо молимся за эту землю и многие народы, которым еще предстоит услышать Евангелие Иисуса Христа. Друзья, дорогие, мы очень активно обсуждаем тему нашего эфира. Ирина задает мне уже вопросы в перерыве. Что для меня значит наказание? Вот попробуем разобраться, да, в продолжении. У меня есть следующий вопрос, но давайте мы, я посмотрю, что вы нам пишете, и пишете ли вы нам что-либо. Я вижу и вопросы, я вижу и ваши комментарии. Еще раз я напомню вам вопрос для вас. Какими неразрешимыми конфликтами с детьми вы сталкивались и как вы их могли решить? Может быть, у вас возникают еще вот помимо того вопросы к нашему эфиру. Мы как раз говорим о наказании. Что значит, когда Бог нас наказывает? Для Ирины, как бы, я так понял, что наказаний, по сути, не существует. Наказание, когда тебя Бог берет и так уже сразу раз упаковывает в ад, и ты там в аду сидишь уже, все, ты в небесную сферу не заходишь, это он тебя так наказал. По крайней мере, в первой части я так услышал. Но я так и говорила. Но я считаю, что лучше быть наказываемым от Бога вот здесь на земле, чтобы такого, в конце концов, не случилось. Кстати, вот написано, если слово вас здесь наказывает, если вы сами себя через слово вас судит, то там вы уже не будете наказаемы. Слава Богу. То есть, оказывается, мы где-то сходимся. Авель, что ты скажешь в продолжении? Вопрос у нас такой. Как не позволить ребенку манипулировать с собой? Вот для меня это вопрос. Вот без границ. Я читал такую книгу «Дети. Границы. Границы». Да, я тоже читал. И для взрослых, и для детей, там для всех. Вот, и, конечно, наверное, это самый простой метод взять, пытаться выстроить вот так. Я тебя накажу там по рукам, по ногам, по попе. Хотя некоторые психологи говорят, попа специально предназначена для того, чтобы на ней сидеть и по ней время от времени, бить. Но это только некоторые. Другие говорят, надо выстроить такой порядок взаимоотношений, чтобы не приходилось применять вот такие методы насильственные, да, на самом деле это такой момент. Я согласен с Ириной, что когда ты наказываешь, ты не можешь не выйти из себя. Некоторые говорят, ты должен так в любви наполниться и так прямо. Хотя, вы знаете, Библия говорит о том, что все-таки Бог не только вот такой любящий, он и гневающийся в том числе, да. Но гнев там не противоречит любви. Да, ну гнев есть у Бога, значит, он есть у нас, да. Единственное, у нас не всегда он праведный, а такой просто вспыльчивый. Нет, человеческий не. Как не позволить ребенку манипулировать собой? Никак. В свете вашей никак. Психологии, теологии и ваших высказываний. Ребенок будет пытаться манипулировать, потому что это его природа. Он таким образом изучает мир, изучает взаимоотношения. Он пытается все время выгадать что-нибудь для себя. Он пытается, а ты идешь или не идешь на поводу? Это же в этом. Есть вещи, которые мы готовы не замечать, есть вещи, которые мы закрываем глаза. Я считаю, что вот в данном случае такая фраза, которую моя супруга любит ее повторить постоянно, она говорит, если я что-то тебе не говорю, то значит, что этого не замечаю. Еще раз, если мы говорим о нас, как о людях, созданных если по она образу, тебе... если говорит, детям говорит, если я что-то тебе не говорю, не значит, что они замечают. Я думал, это тебе. Нет, детям.
Потому что они думают, что мы не замечаем, оно тут прокатило, там прокатило, не прокатило, мы все знаем, как бы. И потом, в конце концов, когда приходит момент, называется истина, я говорю, смотри, вот это ты делаешь, делаешь, это делаешь, делаешь, это делал, это делаешь. Откуда ты знаешь? Я, опять же, взял эту фразу. Да. Если мы ничего не говорим, значит, что-то не замечаем. С другой стороны, опять же, границы выставлять нужно. Но вопрос, будут ли они соблюдаться так или иначе. Скорее всего, нет. Причем они будут соблюдаться именно с той стороны, постоянно будут нарушаться. Если нет, то что делать? Если нет, то нужно корректировать границы, потому что, возможно, они слишком тесные для ребенка. Еще раз говорю, сегодняшнее поколение подростков, нужно их поделить на, вот, ровно на две части, прям вот взять и поделить. Первая часть, это примерно до 14 лет, когда мы еще можем каким-то образом управлять, воздействовать, там, заставлять и так далее. И после 14 лет, когда они получают доступ к колоссальному количеству информации, понятные для них, естественно, и они начинают просто резко взрослеть. Угу. Перед нами возникает личность, которая мозгами, будем так говорить, уже взрослая, а поведением своим еще ребенок. Угу. И вот этот вот внутренний его конфликт, вот такого подростка, он может вызвать массу конфликтов между нами и ними, потому что мы не можем их понять. Мы выросли на том, что взросление, оно постепенное, поэтапное, такой период, всякой период. Нет этих периодов больше. Есть вот до и есть после. То есть это твоя книга теперь? Ну, это не моя есть книга, до, как бы. Есть после. Все остальные распределяют по периодам, а ты говоришь нет. Они есть, только они очень быстро проходят. То есть, если раньше мы говорили, что там подростковый пубертатный период длится там 3 года, 4 года, сегодня он может длиться год. Из-за информации? Нет, из-за того, что люди быстро дети быстро взрослеют. Почему? Не знаю почему. Ну вот как бы мы 2 года изучали эту тему по психологии, как бы, и никто толком объяснить не может, но все на этом соглашаются. Они взрослеют умственно, но, да. умственно, эмоционально понятно. Очень многие инфантильны. Конечно, да. Я о чем и говорю. Поведение у него ребенка, а мозги взрослого человека, это не сопоставляется у него, ну, не синхронизируется. Ему надо время созреть. Да, совершенно. Под это, под я это. Хочу здесь сказать такую вещь, что... Я считаю, что ребенок, пока он находится под властью родителей, скажем так, то есть пока родители его обеспечивают, кормят и отвечают за него, скажем, не знаю, до 18 лет, он должен иметь границы. Значит, тут Авель сказал, что границы надо расширять. Я считаю, что некоторые можно расширять, а некоторые надо получать наказание. Mm. Да, то какие? Есть наказания какие? То есть, например... чего-то лишить, я считаю, можно, например, да, или чего-то ему, какие-то вещи должны быть. Вот, например, очень часто мы спрашиваем, откуда возникают конфликты между родителями и детьми. Я думаю, что возникают конфликты от того, что родители путают очень часто свои, скажем, должности. То есть, вот, например, лет до какого-то возраста родитель в основном опекун, согласны, да? То есть, да, он друг немножко, но он больше опекун. Он заботится о том, и если он начинает не вести свою опеку и после 12 лет, после 14 лет, вот такую настырную опеку, да, то тогда начинаются конфликты на этой почве. Ребенок хочет самостоятельности. И в этом случае границы нужно раздвигать. Родитель должен осознать, что все, эти границы не работают. Осторожно, дети выросли. Он не только опекун. Вот. Но... В любом случае, если ребенок, ты его кормишь, поешь, опекаешь, отвечаешь за него, то он должен знать, вот сюда ему можно, а дальше это уже наглость, дальше это превышение своей полномочий и так далее. И тогда ты ему говоришь, знаешь, ты хочешь вот так одеваться, да, я выделяю тебе, скажем, вот тебе 16 лет, да, я понимаю, это вот из того, что мы есть, мы с отцом все вместе поговорили, выделяем тебе 1000 в месяц, вот мы тебя одеваем. Дальше хочешь одеваться? Нет, не проси, граница, иди зарабатывай. То есть должно быть у человека, должно созревание быть эмоциональное, социальное, умственное, созревание ответственности. Все конфликты там, где есть столкновение интересов личности, должности и так далее. Ребенок не хочет больше, он хочет, чтобы все время... Знаете, как некоторые, особенно отцы почему-то так, на горке, это можно наблюдать, играют вместе, валяются, то-то. Всегда наступает момент, когда ребенок начинает злоупотреблять этим. Он начинает наскакивать на отца, пинаться слишком сильно. То есть в этот момент ему надо поставить границу. Да? Если отец не поставит, обязательно кончается тем, что отец психует, отталкивает, ты меня больно это, или ребенок плачет. Почему конфликт? Потому что он не перешел от должности друга в нужный момент в должность руководителя, опекуна и так далее. У родителей не умеет расставлять границы. И на каждой границе я скажу, я, например, своим даже девчонкам говорю, девчонки, все,
сейчас в этот момент наша дружба кончается, в комнату вошла надзирательница нашего тела, все, чтобы убрали. Я говорю, вот, я в комнату вошла учитель, да, вот так вот. Почему? Чтобы они переключились, чтобы они поняли, все, мама друг куда-то делась, а появилась мама совершенно это, да. И тогда они понимали, вот роль. Теперь с мамой друг можно было так посмеяться, здесь все пройдет, а вот с мамой, руководительницей порядка, опекуном, надо держать ухо востро, потому что можно получить наказание. Вот эти границы должны быть. То есть мы пришли все-таки к границам, мы пришли все-таки к границам во благо, да? Это же граница во благо для них. Весь Танах пропитан границами. Граница все-таки есть. Как оставаться всю жизнь со своими детьми на таком дружеском уровне? Вот как быть друзьями? Вообще возможно, чтобы родители были друзьями? Ну, смотря кто что вкладывает в это понятие. Да, вот давайте разберемся в этом. Вот вообще, как вы понимаете, с ребенком нужно дружить на всех уровнях, а получается вот дружишь, он не понимает и да, начинает накидываться. На каком-то уровне. Ты выставляешь какую-то границу, а он начинает обижаться, ты понимаешь... И начинается вот манипуляция. Да, такая песенка в детская, да, вдруг в беде не бросит, лишнего не спросит. Да. Вот, если мы со своими детьми не спрашиваем лишнего, но в любой момент говорим, вот, например, я с вами говорю, что вы можете в любой момент прийти и рассказать мне все. Я никогда не осуждаю. Ну, то есть, никогда. Ну, сейчас, после как покаялся, уже нет. До этого, конечно, да. Покаялся, да. Осуждал. Рассуждал много, да. Я вообще ни разу не осуждал. Вообще не, ну, детей нет. Зачем? Смысл в этом какой? Он все равно, если у него, что называется, будет такое дерзновение чего-нибудь сотворить, он все равно сотворит. Но лучше, чтобы он сотворил, пришел и рассказал, чтобы не держать в себе это. Ну, я сейчас не буду углубляться в эту тему. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что не нужно спрашивать то, на что они отвечать не будут. Например, если я вижу, что он в плохом настроении, или она в плохом настроении, я спрашиваю, все в порядке у тебя? Ты о чем-то хочешь поговорить? Нет, я устал. Окей, захочешь, поговоришь. Бывает, что там проходит 15-20 минут, час, приходим и разговариваем. Бывает, что не говорим. Ну, бывает, у людей разные эмоциональные состояния. Но... Опять же, лишнего не спрашивать, и если у ребенка возникла какая-то ситуация, которая из ряда вон, и он не знает, какой выход из нее найти, он должен знать, куда обратиться, то есть в беде не бросить, то есть он должен прийти и получить поддержку. Потом, после того, как мы разрешили ситуацию, можно делать разбор полетов, анализировать, говорить, вот так надо было, так не делать, это в первую очередь поддержать, потому что мы таким образом можем оставаться друзьями с детьми навсегда. Потому что в какой-то момент они все равно уйдут из дома, создадут свою семью, мы перестанем быть для них полноценными родителями, но мы должны оставаться друзьями. Потому что и у них тоже будут какие-то неурядицы, конфликты, то, другое. И они должны знать, куда прийти, спросить, прежде чем пойти к психологу, там, к адвокату, там, еще к кому-нибудь. У них должен быть какой-то адрес. Вот тут как раз в таком понятии дружбы, да, нужно сохранять. Так, именно таким образом. Ничего лишнего не спрашивать. И знать, что у них всегда есть поддержка. Ирина, вот вы выстроили дружеские отношения с детьми? Да, у меня с детьми очень дружеские отношения. Как это вам удалось? Ну, во-первых, я вспомню девочки еще, когда были маленькие. Во-первых, мне было очень интересно всегда, какие они личности. Угу. То есть на самом деле, вот я очень много через меня прошло родителей, очень много консультаций. У меня же еще 17 лет были сеть частных детских садов, детских центров. То есть там сколько родителей прошло. И одна из основных проблем, что родители у маленького ребенка, им не интересна личность ребенка. И вот как улыбается, какой красивенький, платится. Там уже такой... личность есть, да? Есть личность, конечно, личность. Ну, если... же маленькая, что вы там? Вы знаете, вот, например, в детском саду сидят за столом дети, да? И все едят. Кто-то пошевелил ногой там и задел, да, другого ребенка. Есть ребенок, которого задели, он пинет под столом, также в ответ. А есть, который пинет... снаружи, да, угу. Да. Есть, который тут же скажет, он у меня хотел это, а есть, который скажет, ну, просто подвинется, отодвинется и все. То есть ты просто наблюдаешь массу всевозможных выражений характера личности человека. Только за 5 минут за столом вот во время этих вещей. Вот. И, например, я со своими детьми, как только они начали говорить, даже не начали, да, размышляла обо всем. Я темы обсуждала какие-то, естественно, ну, соответственно, да. Вот. И мне было это интересно. Я в первую очередь учу детей. То есть если вам интересен
И что значит интересен? Интересно и уважительно так. То есть ты ценишь эту личность. Тебе важна не своя личность, да, не своя правота. Тебе ты готова, в принципе, чем-то, ну, отказаться даже от своих взглядов, если в общем-то ты считаешь, что твоему ребенку этой личности это важно. То есть это, мне кажется, условие, понятно, что здесь границы, понятно, нюансы, все это, да. Но мне кажется, вот у меня проходили через меня родители, которые действительно, они, по сути дела, строили просто свое государство в семье. То есть они вот такие у нас взгляды, вот такие принципы. Ребенок хочет, не хочет, подчиняйся, ты в нашей семье, ты обязан делать то-то, то-то. И что было внутри ребенка, они даже не знали вообще. Да что он думает, что, как и что вообще. Их это не интересовало. А что, я плохая мать, что ли? На кружки вожу, кормлю, одеваю, да, все такое. Ну, и так, ругаю. В советские времена так только пробовали, так люди не представляли. Не работает, да. Не работает. Вот. Поэтому я считаю, что чтобы была дружба, да, дружба – это взаимоинтерес и взаимо, скажем, выгодное отношение, ну, в хорошем смысле. То есть, когда тебе интересно со мной, и ты от меня можешь что-то получить, мне интересно с тобой, я могу тебя получить, да. Пока дети получают деньги, опеку, да, еду там и все такое, нормально, вроде как бы, ну, сносно. А когда они выбираются из семьи, если они ничего не получали, кроме этого, что они получат? Какая дружба? Какая дружба? Понимаешь? Это будет взаимозависимая дружба. И да, это, если это с внуками, опасно, да. С внуками, если, например, нужна бабушка, как часто сейчас ко мне бабушки приходят, я веду семинары для бабушек, ну, да, я сама бабушка, вот. И бабушки просто в шоке. Они работают всем, они хозяйки дома, эти кухарки, уборщики, бебиситеры своих внуков, но никак не бабушки. Когда я им говорю, бабушка, это радость в семье. Бабушка, ты приходишь, я прихожу, они бросаются на меня, все такое. Чтобы, как бы, понимаете, да? То есть бабушка – это счастье, это пинук, это какой-то степени избалованность, это сказка. Избалованность, да. Это сказка бабушка, да, бабушка. А когда бабушка приходит такая, все помыла, сделала, все остальное, да? Мама пришла такая… Все уже, ну, можно, если уж очень хочешь, конечно. Но опять же, это вот эта взаимозависимость. А попробуй не сделай. Ко мне приходят бабушки. Ой, дочка так обижается, если я не смогу там это. Если я откажу, она вообще со мной общаться не будет. Ей так тяжело. Денег не дам, как они будут жить. Вот вся твоя дружба. Да. Дружба с детьми – это серьезная тема, и она, опять же, должна развиваться. Это не какое-то статическое состояние, так подружились и да. Все. Нет, оно должно развиваться с возрастом ребенка. И понимать периоды, которые… Да. Можно быть другом ребенку в 5 лет, но это совсем не та же дружба, которая будет у нас, когда ему будет 14 лет, или когда ему будет 18 лет и так далее. И когда ему будет там 25 лет, это разные виды дружбы. Это... Моим уже за 37, да? И просто дело в том, что… Вот я сейчас, например, я с ними дружу, они что, приглашают сейчас, вот сейчас карантин, не как кафе, а до этого мы троем пойти в кафе, или вдвоем, или троем, или там еще когда. Сейчас к нам присоединились внучки, то есть мы делаем девичник, миссибат, как это называется, это пижамная вечеринка. Да. Вот, у нас внук у меня один, он очень сердится, что он не входит в состав девочек, ну, всех этих, да. Вот, но это самое... О чем вы там разговариваете? Вот, мы обо всем. Мы, во-первых... Сплетни какие-то женские? Нет, мы говорим и о писании, да, обсуждаем какие-то вещи, да. Мы говорим свои взгляды, на общество. Да, потом наверное. Моду семейное сестринское служение. Да, у нас чего мы только не говорим. Ну, едим суши. В церквах братья должны контролировать сестринское служение. Они должны приходить и подсматривать. У нас муж периодически ходит, подсматривает. Тоже. Да, что там, чтобы не вышло из русла. Да. Вот. И я считаю, это дружба. Это вот дружба, потому что хорошо вместе. Да, друзья, что вам сказать? Я только напомню вам вопрос, который в третьей части мы будем обсуждать. А с какими неразрешенными конфликтами с детьми вы сталкивались, и как вы их могли решить? И, может быть, у вас есть рекомендации? Есть вот такой еще вопрос, перед тем, как мы уйдем на перерыв. Нужна ли дисциплина в воспитании детей и как не стать деспотом? Ну, нужна ли дисциплина, мы с вами выяснили, в общем-то, вот как не стать деспотом и почему родители становятся вот такими. Да, Библия говорит о том, чтобы не раздражать своих детей, угу, там есть такое да. повеление, да? И вот как это понять, где эта граница, находили ли вы эту границу в себе и как вы с ней справлялись или в других легче?
после находили границы. Что ты скажешь? Не в момент, когда происходило раздражение детей. Ага. А вот когда уже прошло раздражение, вот тогда понимаешь, что где-то ты сам пересек границу. Где-то ты пересек границу, да. Надо было по-другому, и потом очень важно, если повел себя неправильно, и действительно понимаешь, что повел неправильно, очень важно извиниться перед ребенком. Это для него очень большой урок. Да. Подойти, просто сказать, прости, я был неправ в этом и в этом. Не просто я был неправ. А если ты был прав, просто ты чуть вышел из себя. Но именно в этом я не прав. Я вышел из себя. Зачем выходить? Остальное все было правильно. Остальное все было хорошо. А он обижается именно на это. Потому что в нашей семье есть два мнения. Мое и неправильное. На самом деле, можно поставить дисциплинарные какие-то рамки, и это правильно должны быть. У каждого человека, я считаю, в семье должны быть какие-то свои, ну, как сказать, свои обязанности. Кто такой деспот? Вот кто такой деспот? Ты мои мысли читаешь. Да. И одно из... Возможно, это какое-то всеобъемлющее понятие деспота, да, но одно из пониманий деспотизма, это когда вот мы поставили дисциплинарные рамки, да, вот ты должен сделать вот это, он это. Он уже не может ничего, да. А он уже делает это для того, чтобы просто уже, чтобы на него там не кричали и не вытаскивали его из компьютера, и он это все уже делает, и ты этого не замечаешь. Он, у него появляется когнитивный диссонанс. Я же сделал, почему никто не заметил? До этого же не делал и замечали, а сделал не заметили. Да. Сделал, надо заметить и похвалить, чтобы у него была мотивация идти дальше, и он не думал, что он делает это просто для того, чтобы его не оттащили от интересной игры после. Ну, вот насчет хваления, конечно, у меня есть свой взгляд на это, но хвалить надо, но у меня есть своя теория. Но не всегда. Теория, вдруг хвалить, но... Заметить, да. Ну, а вот насчет деспота я хотела сказать, да? Знаете, вот мы иногда думаем, что деспот, вот кто-то, кто бьет детей, это уже преступление. Это не просто деспот. Это вообще вот там унижает и всю жену, детей, деспот, да? Ну вот, например, вот смотрите, предположим, если кому-то из взрослых из нас, да, сказали, вот я сижу, с кем-то разговариваю, вдруг пришел другой человек, он с ним разговаривает, а я тут сижу, и вдруг мне говорят, Ир, слушай, да иди ты отсюда уже, вот дверь закрой, уходи. Предположим, вот как это я отреагирую? Жень, как ты отреагируешь? А детям мы сплошь и рядом так говорим. Вот если посмотреть, ну, типа, вот матери с подружкой, мать разговаривает, а тут ребенок, она ему, слушай, иди отсюда, дверь закрой с той стороны. Понимаете? Вот что должен ребенок чувствовать? Вот почему ему можно сказать это? Почему он маленький вот человек, ему можно так сказать, да? Я начинаю называть, здесь начинается деспотизм. Деспот – это переход границ. Угу. Это переход границ властвования над человеком. То есть, когда ты переходишь границы, и ты, как бы не задумываясь над, унижая человека, ты достигаешь каких-то своих целей. Это Но деспот. Он же все равно чувствует себя униженным в любом случае. Я имею в виду, когда ты ему границы любые выставляешь. Нет. Он же все равно немного так. Нет. Ты когда заранее выставляешь, ты говоришь, давай договоримся, дочка, предположим, да? Вот когда ко мне приходит человек, вот сейчас ко мне должен прийти человек, да, я тебя прошу, пожалуйста, нам надо пообщаться наедине, ты могла побыть в своей комнате, да? Предположим, она говорит, хорошо, она ушла, что-то делаем, вот она пришла попить. Ты ждешь терпеливо, человек взять попить, если она не уходит, ну, крутится специально, да? То ты говоришь, ты помнишь о нашем договоре, пожалуйста, доченька, все. Если она не слушается, то ты можешь взять Были ее в комнату. Были такие моменты, чтобы она не слушалась? Вот, у меня нет, в этом не было проблем. Ну, видно, они такие, не все же такие дети. Есть такие а дети, что, у меня что дети очень упрямые. Бац, и прямо, и все. Характером. Да? Конечно. Вот. И так, я... Значит, были, но ты просто не да, говоришь ну, в данном случае, когда люди приходили, я очень много их учила об этом. Вот. Потом, и всегда например, получалось, не надо было... Когда люди приходили, нет. Нет. Были другие моменты какие-то. Например, если приходили, предположим, я им говорила, раньше же группы домашние у нас были, там еще в России, да, и они очень не любили, когда взрослые приходили с детьми. Потому что все игрушки их после этого, я сейчас уже понимаю, не имели права сердиться, правда? Угу. Потому что, извини меня, приходят и вот когда... И они очень не любили это, они прятали все игрушки потом, все. То есть приходили люди с детьми, а игрушек нет, играть нечем. Они прятали все. И когда я им говорила, послушайте, я вам не разрешаю прятать все игрушки, они смотрели на меня, и я в какой-то момент я поняла, я говорю, давайте так сделаем тогда. Мы соберем ящик игрушек, которые просто, ну, вот мы будем играть все вместе, разрешим. А те, которые, например, им подарили, тогда еще не было в России Синди кукол, Барби, не было. Из Франции наши родственники там были, они привезли это. Вот. И вот они, например, они так их любили, я понимаю сейчас, как насколько они, ни под каким, вот ты хочешь сказать, нет, пожалуйста, дай поиграть, нет, и все. И я оставила их в покое, я поняла, что они не могут это сделать. Вот и было бы деспотизмом, если я забрала бы эти куклы, да, через их силу, и дала бы другим детям играть, доброте,
их как бы научила. И многие так делают. Это деспотизм. Они не могут ничего сделать, а ты силом насилуешь, другими словами, да, вещи ты делаешь, которые ради своих интересов, мотивов, ты проявляешь беззаконную власть. Самопожертвование. Ты хочешь научить их, это не самопожертвование, чтобы они делились. Это не самопожертвование. Это насилие. Насилие, да, над личностью. Потому что есть, у человека есть что-то дорогое. Какие вы гуманные. Но все равно наша собака сгрызла руку этой кукле. Как-то раз. Ну, потому что Барби нельзя давать христианским детям. А то есть это было наказание, собака, да? Собака что-то понимала, да. А, друзья, у нас остается 1.5 минуты или чуть. Я вижу, как вы реагируете. Это на самом деле, ну, довольно больная тема. И да, да. Люди спрашивают здесь, что делать, когда разговоры не помогают. Я могу сказать, что не нужно драматизировать, что это прям такая больная тема. Это не больная тема, это рабочие моменты, которые нужно решать. Еще ну, раз может, говорю, это разговоры для не помогают. Жень, надо разговаривать не в этот момент, вот когда ты. Да, вот, нужно надо заранее все установить на берегу, все, да. Все. Хорошо, границы, заранее поговорили, заранее. Ребенок все равно не слушается. Такого значит, не а было, ты его должен предупредить. Смотри, если ты не будешь слушаться, да, значит, вот такое будет наказание. Какое? Ну, лишать его вот того же компьютера. О. А что, на 3 часа? Я вам такую историю расскажу. У него останется, да, у нас не остается времени. Мы молимся за вас, дорогие, и после перерыва мы еще вернемся и будем говорить дальше и реагировать на то, что вы напишете. Поэтому продолжайте, продолжайте. А мы молимся за вас, Катерина, о вашей просьбе молиться об исцелении Катерины, Натальи, Зины, Оли, Софийки. Нина просит молиться за нее, болит желудок. Вера, Таджикистан, за исцеление от болезни суставов рук и ног. Прошу помолитесь за дочь Махину, чтобы она легко родила своего ребеночка. И дальше тоже, дальше с Узбекистана просит молиться. Отношения с сестрами по вере, это серьезно влияет на здоровье. Воробьева Нина просит молиться за освобождение от компьютерной зависимости моего внука Тиграна. Да, Ольга, да, за исцеление Дианы. Нина, за исцеление от сухого кашля, боли в горле. Отец Небесный, просим тебя, Господь, исцели этих людей, Господь, исцели. Коснись, пожалуйста, каждого из наших телезрителей, кто нуждается, кто лежит на одре болезни. Отстрани эту болезнь, Господь, исцели, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за целительную силу Твою, помазание, восстановление, Господь, во имя Иисуса Христа. Прощение придет, пусть, Господь, принятие силы исцеления придет для каждого. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя. Аминь. Друзья, через несколько минут мы продолжим, поэтому будьте с нами. Когда он был и пришел в семью, он даже на транспорте не мог ездить. Если раньше они думали о себе, что вот я ничего не могу, то, что у меня в семье там было, то меня и ожидает. Сейчас совсем другое, потому что я это вижу по результатам. Однажды в моем сердце созрело решение принять на воспитание ребенка из детского дома. Не откладывая в долгий ящик, собрала все необходимые документы. И спустя некоторое время, когда было этому ребенку 2,5 месяца, она появилась в моей жизни. Если в детском доме, когда ты пытался выразить себя как личность, как-то показать себя не так, как все, тебя старались унизить, загнобить, сейчас ты можешь показать себя как личность. То есть я сейчас могу выражать себя как в творчестве, так и в каких-то повседневных делах. Сегодня отношения наши с Наташей – это, ну, отношения неприемные. Они переросли в отношения матери и дочери. Когда я жил в детском доме, я не слушался воспитателей, вел себя плохо. Когда у меня появилась приемная мама, все вокруг меня стало меняться. В школе я стал лучше учиться, слушать воспитателей. Очень многого хочет добиться, у него большие желания, такие большие цели. И поэтому, ну, моя вся жизнь, она, в принципе, и направлена, чтобы вот он состоялся. Таюшка, она преобразила всю мою жизнь. Ничего старого не осталось. То есть и сейчас, конечно же, я думаю уже не о себе, да, я думаю о ней. Все 3 года, что сейчас мы с Таечкой вместе, не было ни одного
одного дня, чтобы я пожалела, хоть даже мысли, чтобы я пожалела о своем решении. В детском доме я и мечтать не могла о том, что я могу учиться в высшем учебном заведении, потому что для меня это было где-то очень далеко. Но сейчас, когда есть рядом близкий человек, который всегда поддерживает, который всегда поможет, направит, это дается намного проще. Они будут иметь нормальные, достойные семьи, потому что меняется их мировоззрение, вообще даже взгляд на семью, когда он был совсем другим, сейчас он изменился совершенно, абсолютно. Я понимаю, что это очень трудно впускать в свое сердце какого-то нового человека и доверять ему. Но просто призываю вас не бояться этого, потому что то, что мы обретаем, когда принимаем свою семью ребенка из детского дома, это ни с чем не сравнимое просто счастье и радость того, что ты действительно можешь помочь кому-то. Сайт телеканала ТБН – это уникальная интернет-площадка, на которой происходят естественные вещи и сверхъестественные чудеса. Смотри уникальные авторские программы и прямые эфиры из Иерусалима, Петербурга и других точек мира. Присылай свои молитвенные просьбы и делись свидетельствами. Читай новости, эксклюзивные статьи и Библию. Помогай нуждающимся. Наполняйся Словом Божьим через проповеди известных проповедников. Сей в вечность и будь счастлив вместе с ТБН. Фактически. Пасту произвести. 9, 8, 4. Друзья, это третья часть, заключительная, наша открытая линия. Вы все еще можете нам написать и отреагировать на вопрос, с какими неразрешимыми конфликтами с детьми вы сталкивались и как вы их попробовали решить. Тоже, может быть, напишите. Если нет, просто напишите о неразрешенном конфликте, а наши эксперты вам обязательно ответят то, что они думают по этому поводу. Мы продолжаем говорить на тему подчинения любви, поэтому есть еще 20 с чем-то минут послушать и порассуждать вместе с нами. Я благодарен всем, кто пишет и участвует в нашем обсуждении. Мы еще немножечко уделим внимание тем вопросам, которые у нас вот по плану, и дальше перейдем к вашим репликам, вашим вопросам, вашим ответам, которые вы нам пишете, и попробуем разобраться в том, о чем мы сегодня пытаемся рассуждать. Хорошо, есть такой вопрос. Чем может быть опасно проявление чрезмерной заботы? Вот мне приходили эти мысли, когда вы говорили о воспитании, о границах. И я подумал, что есть, особенно у женщин это проявляется, вот такая чрезмерная забота, опека, может быть, это что-то невротическое, ну, что присуще женщинам больше, чем мужчинам, да? Тревожность такая, все время он вышел, и она думает, как и что, и если вдруг он не ответил один раз на телефонный звонок, то все, быстро. Быстро подключить все силы молитвенные и другие, чтобы повоздействовать, чтобы сверхъестественные, да. И вот вопрос, как чем может быть опасно это проявление, скажем так, потому что человек-то движим вроде правильными чувствами, он же сверхзаботлив от того, что он заботлив, от того, что она любит. Или он вот любит, вопрос, опекает. И где эта граница? И как ее определить? И определяете ли вы, Ирина, этот в себе и в других? Себе и что я вы уже рекомендуете? Давно все определила. Да, и что вы рекомендуете другим людям? Дело в том, что здесь надо разделять вот эту грань между, например, как ты сказал, тревожным расстройством.
Знаешь, если человек, вот бывает, что у женщины рождается ребенок, и она говорит, боже мой, до этого я вообще не думала, сейчас я изменилась, все картины. Многие после родов, например, испытывают такой вот спад, некоторую депрессию послеродовую, что я представляю эти картины. Не одна мама мне об этом говорила, что случается с ребенком, и я должна все контролировать, все такое. Но если это невозможно самому освободиться со временем, то, конечно, надо врачу. В любом возрасте, если женщина видит, что у нее тревожное расстройство, то есть как это выражается, да? Ну, большая часть людей говорит, это нормально. Они не обращаются. Я не знаю, они Женя. В неврозе, но тем не менее. Ну, к психологу, значит, надо пойти. Как? То есть если человек не... Смотрите, первый признак того, когда человек не может справиться сам со своей тревогой. Okay. Это говорит о том, что его эмоциональная среда, его психическое состояние контролирует его больше, чем он сам себя. Вот, как сказать, то есть если женщина не может отвлечься, не может, то есть нормально человек, да, предположим, ждет своего ребенка, она в это время может отвлечься, ждать, правильно, поговорить с подругой по телефону, но когда она, есть признаки, уж не будем же себя психически. А что в этом плохого? Во-первых, это переживает, для нее, заботится. Ну, для нее ладно, а для ребенка? Очень много разных последствий. Во-первых, ребенок растет не социализированный. То есть обычно такие люди не дают полную возможность ребенку войти в общество, выбрать друзей. Да? Они контролируют все процессы. Какие-то шишки набить сам. Второй момент, значит, ребенок не может принимать решения. Он не способен делать выбор. А какой он будет семьянин потом, если это мальчик? Да и девочка, неважно. То есть ребенок растет под выбором тех ситуаций в жизни, которые дают ему вот такие тревожные родители. Профессия. То есть он не умеет выбирать. Он не принимает самостоятельных решений, он является человеком, который под влиянием, и если он все это потом взбунтуется, то есть вероятность, что он будет или тоже тревожными расстройствами, или он может стать даже на преступную деятельность пойти, как бы все это в нем, то есть это разные дороги, это очень опасно, всему должно быть место и время. Там через лишнюю опеку она и мозги, она же травмирует мозги человека. То есть человек становится инфантильным, человек становится религиозным, подлаживающим. То есть, вот, как я уже сказала, разные всевозможные явления могут быть. Уж я не говорю о том, что теряет радость и становится просто, совершенно несчастным человеком. Есть из этого выход? Выход есть. Когда есть. Обнаружить это в себе, во-первых, пойти обратиться корни, за помощью. Корни. Самому можно это выправить? Если мужчины способны заниматься рефлексией, способны анализировать свои поступки, сравнивать с писанием, с какими-то нормами и так далее, да, и делать из этого выводы, и строить программу выход, то да. Но часто очень нужен психолог, может быть, на 5 встреч, может быть, на 1, может быть, на 2 года. Да? Но даже одна встреча с человеком, коучем, психологом, я знаю, просто другом, который умеет вот это все, да? Мы же друг другу-то вообще-то должны служить чем-то. Должны доверять и должны служить, да. Да, вот. Но я считаю, если только человек замечает, что у него вот такая повышенная опека, опекает он, тревожность повышенная, обязательно нужно что-то делать, обязательно. Нельзя ждать, что это растет. То синдром еврейской мамы, когда говорит, Семочка, кого бы ты там себя ни нашел, мне заранее уже не нравится. И действительно нужно контролировать этот вопрос, нельзя чрезмерно заботиться, потому что на некотором этапе жизни у подростка возникнет жесткая антипатия вообще ко всему, что касается родительской заботы. Как только у него появится возможность самому выбрать, да. И проблема заключается, проблема именно появится в тот момент, когда он скажет, оставьте меня в покое. То есть у него сейчас начинается этап, когда он хочет показать себя более самостоятельным в отношениях, там, если это мальчик, то с девочкой, то с мальчиком, соответственно. Начинаются выстраивание отношений, начинаются знакомства, начинаются выходы на работу, начинаются какие-то взаимодействия между коллегами на работе, и тут начинается вот ты так сделай, вот так не сделай, это скажи, это не скажи. Два варианта. Либо он потеряет всякий интерес вообще к контактам с людьми, как Ира сказала. Другой вариант, он просто встанет в позицию агрессии, скажет, так, оставьте меня в покое, не трогайте меня, я буду все делать сам. Мы потеряем с ним доверительные отношения. Поэтому, да, от такого подхода нужно избавляться. Хотя, ты говоришь, что у женщины это больше всего, у мужчин это проявляется в качестве контроля.
Мужчины хотят все контролировать, все знать, о чем идет речь, куда, зачем. Почему. Нет, ты просто поставь меня в курс дела, ты просто мне скажи. Ты мне предупреди. Ты говоришь о себе, потому что не все мужчины такие. Не все мужчины, нет, я о себе не говорю. До такой степени я не контролирую, но иногда я замечаю, что если я вижу, что где-то там на опасном пути, я начинаю как бы ему, нет, и вот смотри, вот ты это не сделал, туда не пойди, потом ловится, поможет ли это? Он же все равно пойдет и сделает. Пусть сделает и пойдет. Пускай лучше у него потом придет ко мне, я ему помогу из этого выпутаться, чтобы он научился, чем я буду ему говорить, не трогай горячий чайник. Да, видишь, причем Господь, Жень, в Эдемском, знаешь, саду тоже так выстроил все-таки, да. Видя все, он все равно дал выбор, да, да, людям. Еще очень важный момент, что очень часто мы оправдываем это тем, что мы любим детей, заботимся. Ну, да. Как вот я, ну, вот я, как вот я, например, ну, не узнаю у нее, как там, да? Ну, как я ей не посоветую? Вот это вообще фишка. Когда я разговариваю с родителями, говорят, ну, я же имею право дать совет. Да, я же ее говорю, родила. Ты имеешь право дать совет, но ты не имеешь права требовать, чтобы совет исполнили. Да, 100%. Как? А они же, а как? Это же ведь, ну я же ведь даю совет, потому что я знаю, что так лучше. И вот эта вот фишка, она просто, человека иногда, он просто стоит на этой позиции, что я-то знаю, как лучше, когда говоришь, что ты, в принципе, просто как теория такая, что ты не можешь 100% уверен быть так, что так лучше. Ну да, вообще-то да, ну вот я в данный момент я знала, что это лучше, и все. И когда человек постоянно знает, что вот уверен, что он-то знает, как лучше, 100%, uh-huh. Да, и причем, что нужно не только ему, а его ребенку и всем его детям, то вот здесь начинается тоже очень сильная проблема. Если тут вопрос своевременности, мы называем советы, то есть мы, у нас есть готовый ответ, а у него еще нет вопроса вообще на эту тему, он не задавался он вообще. Да, не интересуется ничем, да. Да, бывало такое, что я сейчас, секунду, ну, скажу, что я что-то говорю, я знаю, что, ну, все равно он с этим столкнется. Слава Богу, память у него хорошая, и... Приходит момент, когда там через год, через два, он говорит, вот, слушай, вот так вот и было, вот ты мне когда-то давно говорил, зачем ты тогда мне досказал? Надо было сейчас сказать. Моя несвоевременность. То есть я хотел предупредить сильно, то есть во всем его огородить, о всем позаботиться. Не надо этого делать, потому что должен быть вопрос, прежде чем дать ответ. Да, вы прямо, да, все так совершенно, да, к совершенству тянемся. Вопрос достигнули. Пусть записывает, когда я говорю, чтобы потом... Когда это произойдет, употребить это для себя. Потому что вспомнил, где записал. Да. А последний вопрос перед тем, как мы перейдем уже к вашим реакциям в эфире, которые вы нам пишете, посылаете. Как решать конфликты с трудными подростками? Может, у вас есть какие-то рекомендации? Я добавлю еще какие-то мысли к этому вопросу. Я какое-то время назад вот увидел одна семья верующая и одна... Вот сестра, она является психологом, вот, и она выставила такой пост и просьбу, чтобы молиться за своего ребенка, потому что они как бы неправильно его воспитывали, они понимают свое, то, что они неправильно делали, допускали, наказывали, не наказывали, они были у каких-то очень таких верующих, строгих. Вот, и теперь они как бы связывают то, что девочка не в церкви, не с Богом, живет там плохой жизнью, скажем, они связывают это со своим воспитанием. Вот у меня возник вопрос, что мы ожидаем вот, от подростков, от детей, кем они должны стать? Они должны стать хорошими верующими, не стать просто хорошими людьми, они должны стать профессиональными в своем деле. Вот какие, у каждого свое, да, свое представление. Я здесь встречался в Израиле, что главное, чтобы он жил в Израиле, ни в коем случае, ни в какой-то другой стране, и тогда все цели достигнуты в воспитании детей. Так вот, все-таки, вот как можно лаконичнее, чтобы мы успели обсудить. Слышал такую фразу, что вы думаете? Американец сказал, respect before you expect, то есть уважай, прежде чем ты ожидаешь чего-то. Вера, которую мы пытаемся дать детям, это не их вера, это наша вера, это мы верим, это мы покаялись, это мы получили покаяние, мы получили спасение. Они это у нас до некоторой степени унаследовали, но если у них нет личных взаимоотношений с Богом, то очень тяжело их обязать верить в то же самое, что и мы. Но личные взаимоотношения, что они обретают со временем, это же не то, что... Совершенно верно. А вот что делать, если на каком-то этапе мы допустили ошибку? Мы. Ну, да? Да. То есть у него все было хорошо, он был с Богом, только раз мы допустили какую-то ошибку, и он ушел в сторону, потому что ему здесь стало некомфортно.
Вопрос, как бы, ну, для меня он относительно решенный. Лично для меня, еще раз говорю, это мое личное мнение на эту тему, что если ребенка наставить, как написано, да, с детства на путь, он и в старости не уклонится от него. То есть он в старости-то не уклонится, но по дороге он будет ходить туда, вправо. Да, мы же тоже, будучи верующими, да, но то туда завозят, то сюда заносят. Да. На 100 лет как бы... Да. Ну и спасение, это же не дело рук человеческих, в общем-то, да? Да, это... Иначе я бы тоже не пришел, меня воспитывали не так, что прямо к Божьей жизни. Ну сейчас же вопрос не об этом, да. Вопрос о том, что делать, если ребенок пошел не туда. А кто решил, что он пошел не туда? Да, блудный сын вообще пошел совсем не туда, но вернулся туда, куда надо. Ну да. Вопрос в чем? Вопрос, знает ли ребенок, куда вернуться. Вот наша задача, как людей, которые воспитывают... А главное, что отец дал возможность ему уйти. Да. Он не сказал, сиди со мной. Трудные подростки, это подростки, с которыми не трудно. Это не потому, что они такие трудные, это нам с ними трудно. Потому что они не хотят мириться с тем, что есть у нас, они пытаются проявить свой характер. Да пусть проявляют свой характер, наша задача их любить, какими они есть, дать им возможность быть такими, какие они есть. Потому что если мы наделаем кучу ошибок, они уйдут и не вернутся. Им нужно знать, что они могут вернуться сюда. Человек, знающий, ребенок, знающий Бога, вернется к Богу в любом случае. Потому что Бог своих не отпускает. Он всегда как бы из огня, но спасет. Я на этом стою, поэтому у меня нет вообще никаких с этим сомнений. Даже если у моих знакомых есть люди, которые там, подростки, которые ушли вообще там. И не только подростки, кстати, там, и после армии. То есть есть что-то происходит, я вижу просто у них, что они потом возвращаются и становятся многократно более посвященными служителями, чем люди, которые всю жизнь провели в церкви. Надо дать им возможность самим принять решение, не просто что-то навязывать, что можно я сказать думаю, еще, и мы меня, перейдем. Для меня, например, очень ценно, да, вложить в детей, и вообще, когда именно вот эта способность какую-то к поиску, то есть вот действительно познакомить их с Богом, познакомить их, причем не религиозно познакомить, да, а познакомить с этой атмосферой, которая есть, вот, которую дает Господь. То есть, другими словами, атмосферой в семье, какими-то своими изменениями, любви к Богу, передать им вот это вот написано, да, ты веру сохранил, да, и вот это течение совершил, Павел говорил, то есть совершить какое-то течение, которое они вовлечены, то есть увлечь их этим течением, а дальше они решают, они могут выйти, потом в другую реку зайти, да, и так далее, и тому подобное. Я согласна полностью с Савелием, что... Если ребенок там в 18 лет вдруг ушел из общины, там начал курить, там где-то, это не значит, что он ушел от Бога. Это абсолютно еще ничего не значит. Ну, конечно, нам неприятно. И мы часто, родители часто стыдятся этого. Им важнее, что о них будут говорить, чем важнее то, какой их ребенок. Они не видят, что он какой на самом деле ребенок. Чудесный ребенок, да, он ищет, он так ищет. Да. Так вот для меня очень важно. Чтобы ребенок был с детства его вот как-то вот наставить, в это течение ввести, чтобы почувствовал эту радость, эту силу. Один раз почувствуешь, вкусишь, да, и, естественно, способность искать, способность размышлять, думать, ну, вот как бы не останавливаться, двигаться. Креативность христианству не помеха. Дети должны уметь находить разные варианты, пробовать разные моменты и видеть, какие последствия у всего, если они, ну, то есть, вот есть люди, как, знаете, в поисках приключений. Вот есть дети, которые в поисках приключений. Они очень долго могут быть в поисках приключений, но они не знают, куда вернуться. Спасибо, друзья. Спасибо вам. Спасибо вам. Да. Я прочитаю сейчас реакции людей. Мы подытожим это. У вас будет возможность сказать... Последнее слово. А Елена пишет, а что делать ребенку, если родители реально психи? Да, серьезно. Я не знаю, что делать ребенку. Как-то вы попробуйте ответить. Владимир. Елена, мне кажется, что невозможно не ошибаться. Невозможно... всегда правильно поступать, поэтому важно просить прощения. Конечно, я согласна полностью. Да, и не винить себя, да, не надо себя. Кроме того, не надо искать виноватых. Кроме того, конфликты это хорошо, они говорят нам о том, что есть проблемы, нужно искать решение, ведь ребенок прежде всего личность, которая дальше должна научиться правильно жить в социуме. Нужно только не путать конфликт со скандалом. Да, от Елены много комментариев. Ну, конечно, должно быть наказание, иначе как ребенок поймет, что он что хорошо, а что плохо. А беда в том, что христиане очень боятся слышать
что-то о наказании, но, возможно, они много выиграли бы в своем хождении с ним, если бы посмотрели с разных углов. Гюзеля, я говорю, что ты лучше, чем кажешься, у тебя все получится. Я в тебя верю. Сатана хочет разрушить наши отношения. Сейчас у меня перескакивают, дополняются просто вопросы, и перескакивает, и я теряю. Разрушить наши отношения. Я люблю тебя, просила прощения, что шлепнула. Ты еще директором станешь. Результат, то есть самые лучшие пожелания, да? Результат. Прежний двоечник закончил школу на четверке, пятерке, и у нас до сих пор доверительные отношения, но я часто спрашивала, что Иисус бы сделал в этой ситуации. Екатерина, что делать, если со взрослыми детьми конфликт? Они не хотят идти на примирение, они неверующие, 30 лет. Как бы вы сказали, как бы вы отреагировали? Зоя, если разговоры не помогают, что делать? Елена, физическое наказание может принести серьезные раны. Это вот как вы как раз и говорили. Гигам, когда родители пили, мы часто конфликтовали с ними, но, слава Богу, это в прошлом. Екатерина, все конфликты, наверное, когда уже вырастают дети, а когда маленькие, такого нет, сразу все решается. Ангелина, когда мы хотим прожить их жизнь, а не даем Богу формировать их характер, вот тогда нерешаемые конфликты происходят. Там был вопрос, что делать, если разговоры не помогают. Я могу вам сказать, что хороший вопрос часто его задают, но мое убеждение такое, вы можете с ним не согласиться, может быть, у Иры есть что добавить. Я считаю, что когда разговоры не помогают, вы разговариваете не о том. Нужно искать проблему, то есть вот я не сдал там экзамен, потому что я не выспался. Почему ты не выспался? Потому что там поздно лег спать. Почему ты поздно лег спать? Потому что заигрался в компьютер. Почему ты сидел, играл в компьютере? Потому что я там, ну, короче, найти корень проблем. Нужно разговаривать и помогать детям решать и удалять из своей жизни источник проблемы. Начало с мелких вещей. Попробуй выключить компьютер на час раньше. Ну, такие простые вещи, да, потом посложнее. Если мы научим детей решать вопросы, начиная с корня этого вопроса, тогда все разговоры будут предметные. Потому что если разговор не помогает, разговор беспредметный. То есть он говорит о том, что ему интересно, вы говорите о том, что интересно вам. Вы либо друг друга не слышите, либо вы не можете прийти к тому, в чем корень проблемы. И тогда разговоры не помогают. Ну, опять же, это мое личное убеждение. Еще Ольга пишет нам, ребенок закрывает рот, чтобы много не говорили. Что делать, когда отказываешь, а он истерит? Первую часть я не понимаю. Ребенок закрывает рот. Может быть, ребенку закрывают рот? Что много не говорили. Ну, нет, как-то непонятно. Рот. Что делать, когда отказываешь, а он истерит? То есть ты ему отказываешь, а он в истерике просто. Таких немало очень случаев. Как справляться? Во-первых, это зависит от возраста. Ну, маленький ребенок, да. Я так понимаю. То есть, если, например, возраст, взрослый, предположим, полутора-двухлетний. Вот у нас в Израиле полно. Просто валяются, кричат, орут, брыкаются и все. Израильские родители везде валяются. Смотрите, во-первых. Есть рекомендации, как справиться с этим? Это все, во-первых, это зависит от возраста, я еще раз сказала. То есть, если это полтора года, значит, бывает, ребенок полтора года выражает так эмоции, которые были сдержаны. Вот у меня, например, я ребенка забирала полтора года. Полтора года из садика. Да, она там не плакала, она сдерживалась, где-то около двух лет ей было. Зато когда я сажала ее в колясочку и везла, она начала вылезать из коляски, я орала, ложилась на асфальт, прям била ногами, что все ты такое, делала, да. Ну, я, во-первых, я присаживалась, она начала или гладила, если это рассказывала. Если я брала на руки, и она вырывалась, да, то я могла чуть-чуть посильнее ее прижать, но при этом я не орала на нее, не кричала и так далее. То есть если, например, ребенок уже таким постарше, манипулирует таким способом, то надо подойти и сказать, что ты действительно его любишь, ты слышишь, но это не прокатит. Но если он не может действительно остановиться, да, то есть он не просто манипулирует, может остановиться, просто специально так делать, а не может остановиться. Значит, надо решать это прежде, надо как-то искать способ миновать эти эмоциональные вот эти вот, ну, битье, ну, истерику. Потому что если он не сможет сдержать себя, это может, ну, длиться бесконечно, и он будет думать, что его не любит, да. Он как бы, что не реагирует. То есть игнорировать не всегда. Игнорировать можно только тогда, когда ребенок осознанно истерит, да, специально хочет чего-то добиться. Ну, тоже игнор, я не думаю, что в данном случае поможет, а просто сказать, не пройдет.
Да, тоже. Да, да. Но я имею в виду не то, чтобы там сразу идти на поводу, а не пройдет. Загита пишет нам, да. Мои дети отступили от Бога, я верю, они стали против моей веры. И я верю, и они стали против моей веры. Но я так понимаю, что большей части людей, конечно, интересует тот вопрос, как решать вопрос с неверующими детьми и как их привести все-таки к Богу. И я помню, как Джеймс Добсон говорил о том, что если у вас есть время, только небольшое время в воспитании ваших детей, и вы можете за это время что-то вложить. Если вы вложили правильно, даже если они уходят из церкви, ну, уйдя из церкви, это не значит, что они уходят от Бога. Я тоже с этим согласен. Да. Потому что у каждого из нас, мы можем находиться в церкви, а сами уже уйти от него. Угу. Внутренне и опять к нему вернуться. Поэтому неважно, где он телом находится. Но все-таки дать возможность ему выбрать и вернуться. Потому что неизвестно. Мы-то живем не во времена первого, второго, третьего века, да, христианства, где конкретно можно увидеть веру каждого человека, потому что каждый оказывается перед лицом смерти. Mm-hmm. Сегодня во многих странах христианство — это часть культуры, часть религии такой общей. Сегодня в некоторых местах ты не можешь не пойти в церковь в воскресенье, ты должен пойти, хотя ты можешь быть совсем далеким человеком. Весь вопрос в плодах, весь вопрос вот совершенно вот в этих как бы истинной пшеницы, чтобы выбрать этой плевелы. Я думаю, что у каждого есть этот путь, и не спешите реагировать, и не спешите делать выводы, доверьтесь Богу, даже если ваши дети сейчас не там, где вы хотели бы их видеть. Продолжайте верить, любить, простирать к ним руку общения, дружбы. А мы помолимся за вас в этой заключительной молитве о том, чтобы Господь помог вам, дал мудрости. И за ваших детей, и за тех, кто молится об исцелении. Отец Небесный, мы поднимаем перед Тобой, Господи, каждую семью, каждого человека, у кого сейчас болит сердце, кто переживает за своих детей, кто просто думает, что он наделал очень много ошибок в воспитании. Мы приносим перед Тобой каждого и каждую мать, и каждого отца, и бабушку, дедушку. Мы молим Тебя исцелить эти взаимоотношения. Ты сказал, что перед последним днем страшным Ты пошлешь в духе Ильи того, кто обратит сердца детей к отцам и сердца отцов к детям. Мы молим Тебя об исцелении, Господь, Твоем, о милости, о том, чтобы Ты каждому из нас, церковному человеку, дал понять, где мы и кто мы, и что значит милости хочу, а не жертвы. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя. Молись, Ира, тоже. Господь, мы обращаемся к Тебе, мы соединяемся в этой молитве, обещаем еще, Господи. Благослови всех смотрящих нас, слушающих нас, Господи, и нас. Благослови наши семьи. Я прошу Тебя об этой любви, Господь, которая Слово Твое говорит, уже излилась в сердца наши. Господи, помоги каждому из нас. Просто явить эту любовь, Господь, обнаружить ее в сердце, принять ее. Господь, принять от Тебя ту любовь, которая излилась, и, Господь, поделиться и отдать ее, Господи. Освободи нас от всякого греха, осуждения своих детей. Господь, от всякого, Господь, этой власти, Господь, которую Ты нам не давал, от господства не над детьми. Пусть придет мудрость не раздражать детей, любить детей и отдавать им, Господь, именно то, что Ты дал, Господь Бог. Бешем Ешо, Господь, и я прошу Тебя также. Эти конфликты, которые перед Тобой, Ты видишь их, дай каждому из нас в этом конфликте мудрость, Господь, чтобы это было не какое-то назидание слишком сильное, не научение слишком сильное, но просто простота. Я прошу Тебя сейчас о простоте. О простоте в отношениях, чтобы мы не осложняли. Научи нас, Господь, в простоте, Господь, разговаривать с детьми, в простоте учить их, в простоте давать совет, Господь. В простоте принимать от них советы, Господи, быть готовым извиняться, просить прощения, Господь, чтобы только то, что благочинно, только, Господь, то, что к благо нам и им, оно могло быть в наших отношениях, Господь. И дай нам терпение увидеть плод, Бешем Ешо, Господи. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь каждому без упрека мудрости, Господь. Я сейчас просто обращаюсь к
к сердцам тех, кто находится вот на этом распутье, когда не понимает, что делать с подростками, которые отошли, казалось бы, от Бога, Господь, просто дай это откровение личное каждому, что от Тебя отойти невозможно, потому что все к Тебе, все от Тебя, все для Тебя, все ради Тебя, Господь. Ты всех нас спас ради имени Своего, Господь. Ты заключил всех непослушание, чтобы всех помиловать, Господь. И мы просто сейчас высвобождаем, сейчас в согласии здесь. Это может помазание, какое-то особое помазание мудрости, Господь, для отцов и матерей, которые сейчас беспокоятся о своих детях, Господь. Мы просто просим Тебя, чтобы Ты дал успокоение в эти сердца, потому что никто от Тебя отойти не может, потому что человек, знающий Тебя, всегда будет знать, где горит свет в Твоем доме, Господь, чтобы туда вернуться, да, чтобы принять Твою любовь, чтобы принять власть, которую Ты дал каждому, для того, чтобы принять вот это место, которое Ты приготовил для нас в тот момент, когда Иисус поднялся и сел с Тобой одесную на небесах для того, чтобы приготовить обители для каждого из нас. И там для каждого из нас есть место. И неважно, что сейчас происходит, потому что Ты спасаешь каждого. Ты проводишь каждого его путями. И эту мудрость перенести это, вынести вот эти вот, может быть, какие-то упреки со стороны людей, просто избавь нас от этого волнения. Потому что Ты дал нам духа любви и целомудрия, Господь, и не духа страха. Пусть это переживание уйдет во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие. Мы просто предоставляем вас Божьей благодати, Господь с вами и даст вам мудрость и познать Его любовь и этой любовью делиться с вашими детьми и с окружением. Аминь. Аминь. Аминь.